Здорово всем, с Новым годом для тех, кто первый раз пойдет на мой стрим в этом году. С днем рождения! С днем рождения! Поздравляем! Бля, видно, что готовился. И желаем. Чего желаем, ребят? Давай, Влади, X6 едет у тебя? Нормально все? Нормально, да. Нормально. Даже масло не жрет. Вот X6 едет. Писюн стоит, чтобы деньги были. Все остальное... Что, BMW чтоб стоял или что ты говоришь? Чтоб писюн на BMW стоял. Чтобы писюн на BMW стоял. Вышел, привстал в трубу его, и поехал. Зарядил его. У меня привстает, когда я иду, оборачиваюсь. Ты оборачиваешься на свою машину, левша? Оборачиваешься? Когда ты приехал, закрыл, отходишь, ты оборачиваешься на нее? Не, я по-другому делал. Я обернулся, а ее уже спиздили. Обернулся, она уже без масла, да? Обернулся, она... Чтобы посмотреть, не вытекло ли масло. Захлядываешь. Не, я знаешь, как делал? Я отошел от машины, а потом возвращаюсь, как будто что-то забыл внутри, знаешь, показать, что это моя машина, и потом вот ухожу только. Так, что, мы сразу едем, я правильно понимаю? Да. Я как раз посмотрю, сдохнете вы или нет. Поехали. О, я в засвете, нормально. Нормально. Это нормально. Это нормально. Оля, нормально. Так, он ЖКД, да? Да, он светит еще. Мастер тарана. Ой, что случилось? Малой. Пошло не по плану, да? Не светанул, не фартануло, блядь. Бля, приехал посветить, а тут... А тут конь, смотрю, пару. Аля, тут алка пьяная катает. Бля, пацаны, я не такой быстрый. Подожди, Огриль КД. Бля, где ты, Дэс, алло? Да, блядь, я только приехал. Закрой. Дай хотя бы палку этому. Я свожусь по суперконю. Мы именинника теряем. Левша, в него сейчас кончат. Алло, блядь, поддержите, мне еще пожить чуть-чуть осталось. Два у него, да? Но он по мне тоже стрелял. Блять, на арту сейчас всю разряжать буду. Арта КД. Давай, забираем. Еще чуть-чуть. 28 меня тыкает. А у КД нет? Нормально. Блять, КД. Бля. А он, оказывается, стреляет. Там еще гриль заряжен. Гриль заряжен. Блин, а в конце концов Блади выжил даже. Да, конечно. Ну так слушай, мне же не 33 скоро. Ну, кстати, заметь, мы самого старого потеряли. Так, аккуратненько, сейчас главное не светиться. Мы орём? Всё нормально. Я привык там с шепчущим кормом играть. Да они просто боятся слово вставить. Настоящие мужики, блядь, здесь пришли, значит. Не дают слова лишь вставить. Там только один Толя смелый. Левша думал, хоть здесь вставлю, а так всё. А то на BMW езжу, мне только вставляют, блядь, везде. Так, не шути, он тебя на стрим больше твой не позовет. Да. Ну, с учетом того, что у меня такой же X6, блядь, я думаю, да. Так, смотри, повыебываться, у меня такой же X6. Так у тебя X6 лучше, чувак, у тебя какого года? Да, у меня 11-го. Ну, а у меня, да, блядь, 9-го, то же самое говно. Бля, старое говно какое-то купили, фу. Не, нормально. Лучше 13-го брали. Нормально у меня. Они и так у меня, минус 5, минус 6. Лада, это Рено, так что новые машины нормальные. А Рено кусок говна тебя не смущает, блядь? Так, остановись. Так, про Логан извинись, блядь. Извините. И таксисты уже митинг собрали, да? В пабликах собрали. Давай мы тебя подвезем в лес, пидорас. Можно было бы на Малиновке поехать. Лиман пишет, новости из Сызрани. В Ленинском районе открыли банк спермы. Студент Кирилл надрочил на Рене Логан. А потом еще сперму сдал, да? Ладно, неплохо. Ларгус, это Логан, говорит, просто универсал. Ну да. Ты же, наверное, бери этого Олега с нами, погнали. Бери Олега. Олег, погнали. Не толкай его, бедолагу. Бля, Дэс, ты что, подпираешь союзников? Да. Ты сумасшедший? Да. Бабах КД, бабах КД. Пусть Фотону пожалуются. Блять, меня бачко уже ебашит. Ну, поэтому надо ехать на гору. Да, кстати. Так, а ты думаешь, что-то изменится? Нас и спереди, и сзади выебут. Левша, идея говно. Идея говно. Остановись. Назад, братья.
Ну почему ты меня не послушал? Надо было попробовать, блядь. Держи левшу, держи левшу, пока не уехал, бля. Мы у тебя как охранники, как у Тимати, ты чувствуешь себя знаменитым. На геликах просто прикрываем тебя. Да ёб вашу мать, когда... сзади СЛТ, спереди ТТ. Так, ребят, я предлагаю... Так, вот, Олега забираем с собой, блядь. Если я... Олег, съёбываем. Ну чё, как там попытка на горку залезть, левша? Да смог стрелять. Да Олег, блядь. Да я говорил, Олега надо было толкать вперёд, пусть срашит. Олег неадекват какой-то вообще. Серьезно? То есть виноват Олег? Толкай Олега, держи его. Олег мне сразу не понравился. Хуйню какую-то делает. Ну правильно. Нормально, вот там чисто Олега мне назовут. Он вообще на третьем в бой вышел, ты ждал. За истрек такой, не понял, блядь. Любого? Ты стоил Т, давай. Хорош. Есть, у тебя 131 хп, прикинь, как его обидно. Блядь, блядь, рамбуй, а ты что? Не пробиваю, я доворачиваю, получается. 133, Олежка за это. 668, спасибо. Спасибо, 121. Не, ну я 2000 как настрелял, бетон, я считаю, бетонную плиту неплохо. Нырнул такой чувак. Мягкое приземление. Смотри, я его на каток я поставил. Я могу его танкануть попробовать. Ну и нахер. И у него ремки нет. Да мы все равно его не пробьем. Хэвик, хэвик справа. Справа какая-то штука приехала. Эй, у вас справа власт. Дал через каток, ничего. 613! 613! Это максималка, кстати. Да, 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 да. Подкручено. Ну, левша, ты меня уже не переплюнешь, у меня альфа прошла. Ты собьешь, собью? Да, да, сбил. Обновлю. Сбиваем ему в ангар. Левша, обновил гуслю, стрельни в этого справа. А, все, окей. О, все, он КД. Пойдем убивать, пойдем убивать. У этого справа есть снаряды? Нет. Бля, пиздишь. Дай вперед. Дал каток 705. Бля, давай, Мяус выехал. Пацаны, еще шотик. Помогите, помогите, шотик нужен. Кого, 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 кого? Я третий, я третий. Этот сзади сейчас зарядится. Алло, там зарядится, целый барабан, зарядится, бля, сейчас зарядится. Я заберу, или ты заберешь. Блять, ну он... Я третьего заберите обязательно. Забрал. Этот сейчас зарядится, осторожно. Доворачивай, 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 Димон. Да, у меня в башне пробил. Дурка! Ну как ты, блять, пробил под таким углом, пидорас? Бля, Дэс, по-моему, горит. Давай, забирай, хорош вообще. Доворачиваем, доворачиваем, доворачиваем. А пойдем на толстого. Вращайте барабан. Сектор приз на барабане. Так, отлично. Блин, я думал, у меня в глазах двоится. Это два ника Мауса. Нет, это коронавирус, Дэс. Он примерно так и работает. Дэс в курсе, блядь. Да, да. Сука, спарировал. Да, блядь, опять меня, серьезно. Опять меня, говорит, серьезно. Я думаю, баки нет смысла. Ты второй раз заболел, да, блядь? Че там, как там сзади СТшки в попу? Ой, бля. Левша, ну потанкуй, ну ёрт твою мать, блядь! В смысле? Он сейвится, стоит фуловый там. Фуловый 800 кп, засейвился. Ну блин, ну ты ж не ваншотный. Слушай, у меня 900, я могу 800 звездобол! Ну, так он мне могла альфа пройти. Лучше твои 6 хп потерять, чем мои 800. Нет, целый танк теряется. Целый танк, так это не работает. Лучше потерять пешку, чем владельца Крум-2, да? Надо не... Ну ты кончал. Я тебя нарисовал, я пойдем тебя сразу, нарисовал, все. Только из говна атаки не выехал. Блять, почему меня? Почему он? А почему я? Он, а не я? Да блять! Сука, от угла! Сюда, сюда! Левша, ты куда заехал? Сюда, говорю, заезжайте! Не, зачем я поехал за левшой? Боже, зачем я поехал БДС, за левшой? Поехали, помощь нужна! Да ты, блядь, нормальный какой нахуй ТС! Я за углом стою! Да ты дурак! Как так-то? Так, блядь, мы не должны были туда заезжать! Ладно, я возвращаюсь, блядь! Блядь, смотри, стоит крысит, смотри, стоит крысит, левша! Там хуёво! Не зови его больше на стримы! Дэс, там хуёвая позиция, не едь туда! Стволы большие! Дай чуть назад! Бля, я чё-то... Дэс, не едь туда! Там ебать! Я был там! Слышь, наших там имеют... Там мёртвый Влади лежит! Левша чисто с орденами, я смотрю, на ВЛД вернулся, бля! А да ты ладно, ты... блядь! Если... Ты говоришь, ты под... блядь, сука, на кривое! Я ж тебе... Угла, блядь, выехал, сука, перпендикулярно! Бля, бадгер сзади, бадгер сзади, бадгер сзади, бадгер сзади! Блядь! Каток, а каток, ставь! Обновляй каток, обновляй каток! А, подожди! Всё, обновил! Всё. Обновляй! Мучим, мучим, мучим! Обновляй! Под калибрами, под калибрами, под калибрами! Нет! Камуля. Кумысами, в смысле? Кумысами через этот каток, вы серьёзно? Да, нормально заходит, слушай.
А Баджир такой, бля, нормально заходит. Слушай, а тактика у него была какая-то? А Баджир такой, бля, кумысами. А, сзади, блядь! Давай. Охренеть, Димон, смотри, Димон-разрушитель против вас играет. Димон-разрушитель сейчас разрушит ее. Подожди, ты что делаешь? Ты думаешь, это так работает? А вон, с другой стороны, чувак выехал. Блядь! Ну они сдохли все, сука, на всех флангах! Нормально, все будет хорошо. Ну, левша, а что меня? Наканул. Он на катке, ну, конечно, сами на каток. Блядь, арта КД. Левша, он на катке? На катке. Блин, я КД, к сожалению. Левша, чувствую я арту. Сейчас у нас будет. Ой, ебать! Ой, арту. Чё, блядь, косарь! Есть пробитие. Ну, блядь, ещё эльфа вылетел. Дима, спасибо за продление подписки. Сейчас можно было по свистикам стрелять? Блядь! Давайте поздравляем арта именинника! Ждём рождения! Два выстрела в джо! Ждём рождения! Ну, арта, давай! Чемодан говна ему! Так и приятно! Так никто еще не поздравлял меня. О, блядь, светится. А, нет, пока полишет. Ой, я не попал. Ну, бля, что ты каркаешь-то, ну? Кар, давай, Карлу, Карлу украл оралы. Кораллы. А, горю. О, левша! Бля! Сгорел! Деды, нахуй, как в 45-м. 830. Бля, лукаш, сука. Ой, бля. Я к фюреру полетел, блядь. Царь горы. Обратно в бункер, блядь. Загнал под шконку Арица. Арица. Деса, ты сколько сейчас? Опять шутки про бывшую. Деса, сколько вещи сейчас? 150 где-то, да? Ну нет, ну 150 это когда, я не знаю, там я покушаю хорошо. Когда я продуктовый Макдрайва проезжал, да? Люди заходят покушать этот в Мак, Дэс заходит в продуктовый магазин сразу, блядь. Причем там же и ездят. Тележка, да, набирайте такой. О, Алкадемон, спасибо. Слышишь, левша, а ты Дизертода будешь на битву блогеров свою команду вербовать? Ну, позову, а там мужик сам решит. Я еще никого не звал же. Дэс. Тетя. Не будешь левша подлизывать? А что ты хочешь? Ну он же будет битву блогеров собирать. Да нахуй его. Значит, его не будет, блядь, в нашей команде. В нашей команде! Блади. Я сегодня перед стримом вместо картошки War Thunder случайно запустил. Его вообще скоро не будет, блядь, в танке. Нигде не будет больше никогда. Его имя уйдет в бездну. А так хотел, так хотел. Блядь, я без ремки вышел. Да War Thunder все испортил. Так, а мы давно уже металлонагибатор, спасибо. Пизду, господи! Это невозможно, блядь! Он вообще не попадает, вы посмотрите на да, это! Да на хороший танк не болтай на него. Да иди ты нахер, какой хороший, блядь! Я считаю, Дэс живой. Да ну! Мне кажется, это дискриминация какая-то. У меня больше половины непопаданий! У тебя просто немножечко получается череда невезений. Возможно, вот реально, вот кто везет, тому везет. И не выебывайтесь, пожалуйста. Ауф. Ауф. Сказал, как это вам получается. Да. Не-не, это ж ауф, это говорят эти, как они, блядь, птички, да. Они псы, они эти волки. Бля, левша, значит, этот, как вортом. Как этот, как волк сделал такой. Если ты птичка, блядь, если ты ауф, птичка, скажи ауф. Да блядь! Стрельни, сука, в этого, блядь, сзади фуловый стоит! А мне тоже прилетел на 220, кстати. Да! Ну сколько можно? Вперед, что такое все лицо? Арточка проснулась. Все, ты понимаешь, все от ортопедучей, все, блядь, невлияние за невлиянием. Нужен ап. Нужен ап. Прочно нужен ап. Дошутите, реально апнутые.
Так дай бог, так сказать. Потом будут говорить, верните, как было. Не-не, слава богу, если апнут арту, это реально нормально будет. Как говорится, реально, слава богу. Как сильнее апнут арту, тем больше людей уйдет из World of Tanks в тундру. А Дес там уже, бля, на проценте сидит, понял? Да-да-да. Бля, не, если бы платили, я бы с удовольствием, к сожалению. Ну ты не такой. Не, ну просто проблема в том, что картошка не платит. Картошка бы платила, может быть, и это. Ну просто потому, что ты... Ни один не платит, ни второй не платит. И левша такой, знаешь... Ну хер знает, пацаны. И левша там в долларах сидит. Вытаскивай сиську картошки, блядь, изо рта. Ну хуй знает, ну хуй знает. Ну, согласен. Живет, блядь, в 100 метрах от офиса, блядь. Ну не знаю. Не, кстати, я вообще далеко от них живу. Очень далеко. Я когда в Астрахани жил, чаще в офисе был бы. Не важно, насколько ты далеко от варгейминга. Главное, насколько варгейминг близко. В тебе. В тебе. Глубоко в тебе. Да, да, да. Насколько глубоко в тебе, так что...